меня она летела. Ветер же, поэтому. Фу. Востребование это, то есть как? Как? Неудобно держать. Вот возьми, смотри, не передает камера всю красоту, не передает. А где тут красоту снимаешь? Ну вот снег то, что идет. Он же должен четко передавать, а он ни хера не передает никакой эффект зимы. Каменные джунгли, они такие. Я ж не в деревне живу. Деревенских каналов полно. У нас и так, и едешь от города, полно вот этих домиков мелких, одноэтажных. Господи, аж машина трясется, жуть. Сахару расстегнул он тут шею? Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это космонавт. Сам сидит, как красиво. Этот, может, он сам что не может растянуть. Хотя он все может, он может и шапку снять. Взял гитару, мелодию написал. И слова как кажется, если ему надо, он все снимет. Хоть строчки ложатся. Готовимся к масленице, встречать гостей. А? Ну вот выше сорт 100 рублей, да? Это главное 100, а то 43. Вроде 2 килограмма. Старая скользкая, 80 рублей мука. Блинная. Жирная. Блинная, жирная. Что нам еще надо? Свозили Захара к неврологу, называется. Невозможно пойти, талонов ничего нет. Все, бесполезно, надо идти заплатно. И все на этом. Так. Мы домой пришли. Сейчас покажу, что купили. Продукты. Вообще мы возили Захара к неврологу, но не попали мы к неврологу. Все, потратили деньги. Ну, завтра к нам еще гости придут. На масленицу мы будем блины печь сегодня вечером. Пришел. А это что за бутылка? Что это за воды? Проточные. Угы. Бомбочка. Бомбочка. Значит, перекрестки. Я побежала, купила ребра. Были по акции. Ну, 38 рублей 100 грамм. Ребра свиные. Здесь получается кило. Кило 556. Ну, это суп варить. Ну, или, может быть, пососать. Захарке сыр вот взяла. Захарчик любит сыр кушать. Вот что это такое? Розовое. Это тоже с перекрестка. Так, сейчас вот я ребенку дам Биолакт без добавления сахара, потому что, ну, он уже пить хочет, проголодался. Кефирчик. На. Нет. Отказался, не знаю. Значит, здесь вот такие мюсли тоже, это на заправке, муж говорит, что подарили. На. А это папа любит, да? Коржики вот такие. Магниты продаются, папе нравится. Значит, здесь две картошки и вот такая минеральная вода. Аллея источников. Газы только выпускать надо. С газом я не могу пить. Чай мой любимый, Гринфилд. Сейчас у нас брукбонд или какой-то там. Ну просто невозможно его пить. Это отрава, отрава, всех отрав. После того, как мы не попали к неврологу, мы поехали покупать муку для того, чтобы делать блины. Масленица же.
В общем, и там я увидела спаржу. Спаржа у нас не во всех магазинах продается. Вот, да. Я очень люблю этот салат. У меня мама тоже очень сильно любит. Ну, вот это вот 190 рублей. Ой, сколько здесь? Не вижу я. Бомбочка Захару для принятия ванн. Кафе красоты. Вот такая. Сосиски Захарчику вот такая взяла. Там, кстати, была акция. 50% скидка. Надо было вторые еще взять. Просто я думала, что у меня не хватит денег. Мы уже когда считали, сбились. Вторая тоже, второй коржик. Это мука вот такая. Глютеновая, вредная. Две штуки. Дальше сгущенка к блинам. Блин, такая сгущенка дорогая. Что ж, странно как-то. Лимон, чай. Это бедра для супа. Ну, должны быть всегда. Бедра запасные. Так, это молоко топленое. Вот. Дальше. Фарш куриный. Замороженный. Здесь, наверное, килограмм есть. Потому что я не смотрела вес. Взяла, потому что он это. Ну, бюджетная цена. Доступная. О, черника пахнет. Фу. На, на, держи только. Сода. И морковка. Морковка и на спаржу понадобится, и на суп. Все. Я тут варю суп гороховый. Специально же для этого дела и купила бедра. Так, много не надо. Сколько у нас там? Надо. Очень вкусный суп получается, когда этот гороховый на копченостях. Вот такое масло для блинов. Так, все, почти готов. Супчик гороховый на копченых свиных ребрах. Так что очень вкусно, захотелось вот так. Так, здесь спаржа у меня томится. Тоже скоро подойдет. Так, вот к спарже я приготовила морковка, чеснок и заправка, вот что я покупала. Лимонная там или какая была. Ну, я для спаржи не нашла. Ну, в общем, корейская вот эта сенсой, сенсун, сенсон или как там фирма. Ну, здесь уксус тут все есть. Я спаржу смешаю. Вот что у меня получилось спаржу. Это, ну, в любом случае лучше, чем когда покупаем, мы покупаем. Там вот. Короче, она деревянная, есть невозможно и как трава. Вот тут. У меня вот так получается. Я люблю, но тоже часто, наверное, не стоит кушать. Муж вообще говорит, что нахера ты это ешь? Говно, типа, искусственное. Да не говори. Сами обожрались. Я этих нажралась, этих, как его. Короче, первый раз был блинкомом, конкретно блинкомом. Просто весь этот комом был. Вся кастрюля. Ну, всякое бывает. В общем, муж переделал второй раз тесто, ходил в магазин за молоком. Вот. Посмотрим, что получится. Глюка упала на
эту, как ее зовут-то, тарелку, господи. Вот вот это то, что надо. Что надо, то и требовалось доказать. Потому что оно должно быть вот таким. А, нет, еще не понятно. Сейчас покажу. Ну, короче, оно... Ничего нет. Оно, походу, не подошло просто в прошлый раз. Мы рано начали. Что-то футболка длинновата. Как ты в ней ходил на работу? Заправлял, что ли? Да. Серьезно? Да. Надо дальше держать. Белые блины. Нормальные давай делай, а то придут плеваться будут. Мои скажут. Мой толще, чем твой получится. Ну это первый. Потом будет нормально. Вот. И они вот так должны кататься. Вот. Смотрите на нас. По полу. Дры-дым. Давайте быстрее. Конечно, приготовленные на сковороде настоящие для блин. Ну, вообще на сковороде, тоненькие. Это да. Там видно, что А то, что я так, знаете, то, что я готовлю, это типа, знаете, чисто помочь просто мужу быстрее. Старший сын полюбил спорт, а потом и младший сын его полюбил. Что делать? Просто стирать. При регулярных стирках с порошком используйте ваниш и все. Эту футболку младший еще носить будет. Розовый цвет. На версии 0 и 5 нет. Чувствую, еще завтра будем допекать. Мало помочь. Да, потому что я же хотела им еще отдать и, ну, застить. Мама не умеет моего блины печь. А это же вся фишка, когда... Это же прикольно, когда ты можешь человека чем-то угостить, удивить их-то. Блин, удивить тяжело. Блин, разваливать. Ну, мама и так сама готова. Ой, у меня прогорело. Ну, такие не должны быть, да, Антон? Придет. Эдик, жопу почухать не может, и ты на почту. Ага. Ой, Маш сам. Ни слова не эмоции, да, Катя? Красиво, да. Моя задача сейчас родители чай сделать что-то. Себе что хотите, разбавляйте. Ты мажешь, блин? Ни кухни не надо. Ну что, вполне планеты. У меня всегда круги этих. А я тебе не мог сказать, что мам, я получил посылку. А я не мог сказать тебе заранее. А я тебе не мог сказать, мама, не надо нервничать, ты я получил все нормально. Ну так сказать можно было? Нет, да? Сказать, мама, иди, давай разбирайся до криминала. Да? Муж мне тоже помогает. Вот и наступил день X, когда ко мне должны прийти гости. В общем, я сегодня делала трансляцию, я напекла еще блинов.
Теперь сгущенка, сметана, это все понятно. Икры нету, на икру зарабатывать. Тогда надо. Я фарш покупала, купила фарш, я его сейчас обжарила с лучком, все. За это так, ты... переходим, да? Попытаюсь, короче, сейчас так, блины, короче, завернуть. Сейчас за мной перевожу. Черемша моя любимая. Так, где блины? Что мне понравится, не лечит дышать. Так, блины. Так, куда мне это все? Залезти нету. Залезти нету. Пойду за тарелкой. Так, может, если дарим, не поставить. Я же ходила, писала, да? То есть я ходила писать. Я только сначала думала, видела, я писала. А оказалось, что я писала. Видела, я писала. В общем, девочки, мальчики, я сначала думала... Пускай каждый сам себе это... Ну, ложит мясо. А потом думаю, не, наверное, все-таки... Сделаю, как вот обычно делают, ты приходишь и уже завернутые блины. Я очень много благодарна. Мне нужны блины. Кстати, пожалуйста, комментарии. Длинные. Чтобы я потом к вам зашла и тоже посмотрела. Ваш канал. Почему? Потому что я вроде как по аккаунту смотрю, вроде я такого канала не видела. Я буду очень рада к вам. Подожди, я занята. Нет. Я еще немножко не помню, как заворачивать, но вот сейчас попробую. Ой, она все порвалась. Ну ладно. Так, где у нас еще длинненькие получились? Берем прям с бульончиком, потому что я добавляла сюда. Как его зовут? Сметану. Добавляла я. Адекватные твои комментарии. Нет, молоко ты уже пил, сейчас будешь суп есть. Бери отсюда грязную эту упаковку. Кушай. Вон блины ешь. Нет. Да. Второй раз молоко. Куда? Куда это так? Куда это второй раз? Ты что? Что, мы одним молоком питаться будем? Да еще и пастеризованно. Все вытекает. Ничего будет есть. Потому что они же дырявенькие, блин, это. Извините, у меня уже обед, а они придут после двух. Я забыла. Тоже для гостей, в основном вот как бы для мамы. Сейчас я ее переложу. Уп-суп-суп. Кастрюлька. Сама готовила. Сама трудилась. Захар, пойдем суп есть. Блин, правда. Отпущу.
Вдруг их вообще есть невозможно будет. Когда готовила, оно мне казалось не соленым. Сюда пойдем кушать вообще. Давай, давай. Я сейчас за тобой все равно приду. Понимаешь? Откройте дверцу. Длины, то есть там килограмм 200 на этой штанге было, а он ее выжил спокойно. Вот. И это вот этот вот момент они вспоминали сейчас. То есть он зашел к нему в спальню, говорит, ну это типа любой добы там типа спортсмен из спортзала, типа выжил бы столько. А тут говорит, ну я знаю, говорит. Не бойся, я никому не скажу. То есть в идеале бы еще ту часть бы посмотреть, тогда бы вы понимали, что... Понимаешь? Так, вещи, собрала вещи, как у Захаркина, более-менее такие, которые, ну, можно отдать, в общем, ну, отдать родственникам нашим. Да, только жопа, видишь, он, жопка не расстегивается, и подгузник неудобно менять. Вот эти два ползунка хороших с фикс прайса. Ну, в общем, так вот вам быстренько покажу. Вот это была моя любимая кофта. Я помню, мне еще Лилия писала. Да? Ты же мне писала, что у вас тоже такая. Нет. Но я на это не поведусь. Вещи — это хорошо, это все хорошо. А то, что бессонные ночи и болезни вот эти всякие. Одно и то же. Мама уже повторно по 10-му кругу это смотрит. Больше всего мне та рубашка нравится. Потому что когда ребенок лялечка, он кукла сам. И когда его одеваешь по-взрослому, они так прикольно выглядят. Ну, в общем, все, не буду доставать. Примерно здесь вот новые носки, рубашка тоже вот хорошая, такая красивая. Пиджак, штанишки и футболочка. Тоже это вот раз одели и все. Ну, чтоб не лежало, пусть люди пользуются, правильно? Ну, в общем-то, они отдавали. Поэтому все, гости ушли. И я решила открыть шампанское, которое муж приносил. Ой, у нас срач, не пугайтесь. Ну, что прибраться. От гостей только выгнали, сейчас вон тут гора чая. Катя, конечно, дебильна. Зачем я это пью? Ну, а что, это же как сок. Захар, отходи, тут страшность. Папка. Ура! Ну, какой остался. Красота. Я большой человек. Меня аж живот выпучило. Мама помидоры приперла. Я думала, она оранжевая будет. А оно белое. Все-все. Почему оно у нее? Оно слегка. Ну, как у шампанского. Давай, с масленицей. С масленицей, товарищ. Пустые нельзя. Пустым бокалом. Чё, вот, возьми этот. Пробовала вот это шампанское, лаветти мандариновое. Мне не понравилось. Вообще никак. Еще и горло кхыкать начало.